горизонтом. И время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться. Настает пора. Чилл. Аудиопередачи на один час, прерывающие суету больших городов. Чилл. С Артемом Дмитриевым. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Самый лучший день. Запомни его таким. День, когда ты присутствуешь в этой неповторимой, непознанной, неизвестной тебе вселенной. День, который по-настоящему неповторим. Тот самый день, где есть Чилл. Thank you.
Привет тебе. Это я, Артём Дмитриев. Если ты прямо сейчас нажал на play, выбрал меня в качестве своего спутника, то ближайший час подарит тебе что-то уникальное. Прежде всего, это будет знание о себе. Я лишь пытаюсь сказать тебе, что то, что кажется привычным, на самом деле непривычно. Мы с тобой на планете. Вокруг нас бескрайний космос. На расстоянии десятков миллионов километров ни души. Медленно мы движемся вокруг светила. Этот шар в небесах. Колышутся зеленые растения. Плещутся волны бирюзовой жидкости. Это мы называем своим домом. Thank you.
Всю прошлую неделю я провел в городе, знакомом тебе. Он называется Санкт-Петербург. Его название появилось в 18 веке, но это не значит, что мы знаем, что это. Города, страны, названия предметов, наименования планет. Все это фикция. Вокруг нас неизвестность. Неопределенность. Мы находимся где-то непонятно где. И с нами происходит что-то непонятно что. Содержит потрясающую музыку. Если отбросить тот факт, что звук — это биение атомов и всего лишь звуковая волна, то можно получить большое удовольствие. Что мы и делали с тобой последние 15 лет. Современные способы связи позволяют нам оставаться в контакте. Во всяком случае, тот самый процесс, которым я именую твой контакт с самим собой. Мой голос — лишь проводник. А музыка позволяет ему проникать глубже в тебя. Звучит странно, однако это именно то, чем мы занимаемся. Чилл. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Сегодняшний выпуск можно приобрести без моего голоса по ссылке в описании к этому подкасту. Таким образом, ты поддерживаешь лично меня и мой проект. По-прежнему Chill — подкаст номер один в России и в Беларуси.
Это значит, что большое количество таких, как ты, слушают его в данный момент. Это единое пространство. Пускай оно и виртуальное, однако дает нам надежду на объединение. Представь меня висящим в открытом космосе, медленно двигающимся по орбите Земли. Я вижу тебя. Ты там, внизу. Я словно спутник. А ты принимающее устройство. Вот она, звуковая волна. Я направляю ее к тебе. Сегодняшний выпуск я традиционно назвал Deep. Это самая популярная серия внутри проекта Chill. Deep. Это название стиля, который зародился в середине 80-х годов прошлого столетия. В сущности, именно тогда появилась танцевальная музыка. И Deep, как смешение танцевальной музыки с чем-то медитативным, на самом деле заточен под движение. Я бы описал его как движение вглубь себя, когда можно уединиться и подумать о главном. Так я вижу свою миссию. Помогать тебе.
Инстаграма до Телеграма, от Ютуба до ТикТока. Чил есть везде. Найди меня в Гугле и Яндексе. Найди свой Чил. Абсолютное спокойствие. Не представить места на земле, где было бы так тихо. Вода давит.
я беззащитен. Беспомощен. Глубина. Deep. В конце концов, каждый из нас перемещается по планете. Уникальная эпоха, в которую мы живем, позволяет это делать с легкостью. Такое нельзя было бы представить 200 лет назад, 300, 1000 лет назад. Но сегодня континенты как никогда близки друг к другу. Представь меня в самолете. Я сижу рядом с тобой, сбоку. Мы вместе летим над планетой. По бескрайнему небу. Самое время закрыть глаза и ощутить полет. Год. Говорят, что он один из самых сложных. Так ли это? Совсем нет. За всю историю человечество натворило разных дел. Сегодняшнее в порядке вещей. Все как обычно, все как всегда. Вот они, бескрайние просторы. Мы над землей, и снова ни души. Океаны, джунгли. Пустынные земли. Никого. Здесь мы сделаем остановку.
Похоже, здесь есть. Сегодняшний выпуск изготовлен на моей студии Артем Дмитриев Продакшн. Там мы предлагаем особую услугу для особых задач – музыкальные поздравления. Пожалуй, самый оригинальный способ поздравить близкого с днем рождения, с годовщиной отношений. Chill объединяет сердца. Подробности и заказ музыкальных поздравлений на сайте artdmitriev.ru. Так мы, наконец, вместе с тобой. Рядом никого, только ты и я. Как ты чувствуешь себя в эту минуту? Может быть, тебе страшно? Прислушайся к себе. Кто ты? И куда ты идешь?
сегодня мы с тобой были на орбите, в глубине вод, посреди облаков. И вот сейчас мы стоим с тобой посреди бескрайних полей. Трава возвышается до колена. Приятный воздух окутывает тело. Ты смотришь вдаль. Лишь ровный горизонт. Я беру тебя за руку. Пошли. Тела струятся сквозь траву. Солнечные блики отражаются в глазах. Дыхание ровное. Мы так естественно движемся вперед. Что ждет каждого? Какое будущее уготовила нам Земля? Я не знаю. Это Chill. Твое музыкальное приключение. Меня зовут Артем Дмитриев. То, что рождается между нами, пусть останется между нами. Мы не скажем об этом никому. Только ты и я. Помни.
Сегодняшний выпуск можно купить без моего голоса по ссылке в описании к подкасту. Только музыка и все. Приглашаю. Возможно, серия выпусков Deep, поэтому и самая востребованная, потому что одновременно она позволяет и двигаться, и рефлексировать, медитировать. На этом пересечении находится уникальность, смесь чувств и звука. Твои мнения я приглашаю тебя оставить в комментариях, а также в любом удобном месте от Инстаграма до Телеграма. Ведь чил есть везде. Еще одна хорошая новость, что мы открыли свое радио. Радио Chill. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Подобная музыка звучит на официальном сайте chillrussia.ru. Приходи. Мы открываем себя каждый день. Мир дарует нам что-то новое. Новое знание. В той рутине, которую каждый из нас проповедует, содержится суть жизни. Призываю тебя удивиться всему тому, что происходит с нами.
каждый момент жизни неповторим. Больше никогда не повторится то, что с тобой произошло. Больше никогда не повторится. Стоит ценить его. Это подарок. Как и новый выпуск Chill. Мой подарок тебе. Deep. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Продолжаем. Когда солнце давно за горизонтом, и время закрыть глаза и по-настоящему расслабиться, настает пора чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Найди свой чил.